Приветствую вас в «Руки вяжем спицами». Сегодня мы будем учиться вязать вот такую английскую резинку. Обычно все начинающие такой вязкой вяжут шарфики. Поэтому сейчас вы освоите технику вязания такой резинки и свяжете себе первый шарфик. Она выглядит с той и с другой стороны одинаково. Вот такая красивая резинка. Итак, вы набрали петли, одну спицу вытаскиваем и приступаем к вязанию. Первую кромочную мы снимаем, не провязывая. Дальше вяжем одну лицевую за переднюю стенку петли. Нить находится на указательном пальце левой руки. Подтягиваем и снимаем. Дальше мы делаем накид. На правую рабочую спицу делаем накид нити и снимаем следующую петлю, не провязывая. Дальше опять повторяем одну лицевую, опять делаем накид и петлю, не провязывая. Нить находится на указательном пальце левой руки. Просто на нее ее делаем накид на правую спицу и следующую петлю снимаем, не провязывая. И чередуем одну лицевую, один накид и петлю снимаем, не провязанную. И так до конца ряда. Одну петлю лицевой провязываем, делаем накид и снимаем следующую непровязанную. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Поворачиваем изделие и продолжаем вязать. Кромочную снимаем. И сейчас у нас образовалась как бы такая вот двойная петля. Та, которую мы сняли и сделали накид. Вот эти две петли мы подхватываем под переднюю стенку таким образом и провязываем лицевой петлей. Рабочая нить находится на указательном пальце левой руки. Подхватываем, протягиваем через эти две нити. И снимаем. Опять делаем накид и следующую петлю провязываем, снимаем, не провязывая. И продолжаем. Вот эти две петли, их провязываем лицевой. Делаем накид и снимаем следующую, не провязывая. И так далее до конца ряда. Две вот этих петли под переднюю стенку, подцепляем их две вместе, подхватываем нить, протягиваем и снимаем. Делаем накид и снимаем петлю, не провязывая. Лицевая, накид и не провязанная. Последнюю провязываем изнаночной. Провяжем еще один ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Вот эти две петли провязываем лицевой за переднюю стенку. Рабочая нить на указательном пальце левой руки. Подхватываем ее, вытягиваем и снимаем. Делаем накид. И снимаем петлю, не провязывая. Опять лицевая. Накид. Нить рабочая находится на указательном пальце. Следующую петлю снимаем, не провязывая.
лицевая, накид и петля не провязанная. И так повторяем. Лицевая, накид и петля не провязанная. Последняя изнаночная. И продолжаем вязать дальше. В итоге у вас получается вот такая красивая английская резинка.